Здравствуйте, дорогие садоводы! Продолжаем наши занятия по ландшафтному дизайну. Они будут такими теоретическими, потому что за окном у нас снег. Будем показывать фотографии и разбирать на них, о чем идет речь. Сегодня поговорим о том, как задекорировать на дачном участке какие-то неприглядные объекты. И я расскажу о том, как можно с пользой использовать различные фигуры, которые сейчас делают из современных материалов, из стеклопластика, например. И фигуры это достаточно декоративные, которые совершенно точно украсят ваш участок. Сейчас на дачных участках стали делать различные системы канализации и водоснабжения. Они могут быть разных типов, разных размеров, формы, квадратные, круглые и так далее. Причем эти системы сейчас устанавливают не только в коттеджных поселках, но и на обычных садовых участках. Это очень удобно, потому что время уличных туалетов уже прошло. Комфорт – это замечательно, но на участке остаются большие люки, которые портят вид сада. Иногда они пластиковые и довольно аккуратные, но иногда они просто огромные. Чтобы спрятать такие конструкции, созданы специальные крышки на люки. Посмотрите на этого крота – это полноценный декоративный элемент, настоящее украшение сада. Фигурки в виде мультяшных персонажей очень нравятся детям, да и взрослых не оставят равнодушными. Если вам больше по душе природный стиль, выбирайте вариант в виде натуральных камней или пеньков. Они смотрятся совершенно естественно. Причем крышки могут быть довольно большими, чтобы скрыть люки любых размеров. Производит крышки для люков компания «Хитсад». Они выполнены из стеклопластика и полиустоуна, очень прочные и при этом очень легкие. Если вы применяете биопрепараты для септиков, то в крышках сделано отверстие для притока свежего воздуха, что необходимо для бактерий. Иногда система канализации имеет не один, а два или три люка. В этом случае тоже есть выход. Посмотрите, три пенька выглядят очень декоративно и скрывают все три люка сразу. А вот еще вариант. Замечательный пенек с топором. Он органично вписался в зону барбекю. Это хит продаж производителя. Компания «Хитсад» учла все пожелания садоводов. Для любителей стиля кантри есть чудесная тыква. Ее часто выбирают хозяюшки как символ плодородия и уюта. Детям нравятся грибочки в виде сказочного домика и семейка милых ежиков. А забавная компания с поросенком порадует любителей юмора. Все фигуры выполнены таким образом, что их не надо убирать на зиму. Они выдерживают и мороз, и влагу. А теперь о системах полива. Их нужно не скрывать, а защищать. В траве не видно поливочных кранов и других устройств. Часто их повреждают во время скашивания травы. Поставьте сверху такую декоративную фигуру, и кран будет защищен. И снова, это не только красивый элемент, но и полезная вещь для сада. Декоративные фигуры от фирмы «Хитсад» могут быть осветительными приборами. Тут уже двойная польза – крышка на люк и светильник сразу. В магазине «Хитсад» вы найдете фигурки на любой вкус. Благодаря стеклопластику это красивые долговечные изделия. Они помогут украсить ваш сад.